Я не верю ни в какое мировое правительство, товарищи. Что касается ковида, это все было очень просто. Фармкорпорации просто имели возможность и невероятное количество баблища для того, чтобы коррумпировать практически всех. Ну вот представьте себе, вы какой-то там деятель в какой-то стране. Вам приходят посланцы от фармкорпорации и говорят: ребята, вам всего лишь надо под видом того, что это вот типа вот борьба за здоровье населения, натворить кучу всякого трэша с QR-кодами, обязательными прививками и прочим. Мы вам даем за это столько бабок в биткоинах, хотите? Большинство скажет: да, хотим. Ну вот к Лукашенко не пришли, блин, вот бывает такое, такая досада. И поэтому весь мир узнал, что можно и по-другому. И в ДНР никому не приходили, например. Вот, и поэтому мы все как бы балдели с этой ситуацией, когда в воюющем Донецке работали бассейны, филармонии, театры, концерты. Вот, а просвещенная Европа сидела на локдауне мертвым. Вот, позакрывав даже бордели. Поэтому все неоднозначно в этом лучшем из миров. Но другого мира у нас нет. Так.